Всем доброе утро, дорогие друзья! Всем желаю хорошего дня, хорошего настроения. Вот что ты опять ко мне лезешь? Поела? Все, иди поиграй. Я сейчас начинаю готовить кушать. Суп наконец-то доели. Все доели. Что решила сварить? Дети опять просят капустный суп. Но я так не хочу капустный опять суп. Не знаю, сейчас что-то подумаю, какой сварить. И хочу макароны сварить еще и вот эти вот котлетки сделать, детка. Плюс пончики ребята опять просят. Поэтому, скорее всего, пончики еще постряпаю. Василис, иди играй. Ладно, приступаем к готовке. Сейчас сначала буду чистить картошку, морковку, а потом уже все остальное. Так, буду чистить картошку и буду с вами разговаривать. В целом, какая у нас погода? У нас сегодня минус 38 с утра было. Сейчас у меня вот Света с Машей собираются в школу. Немножко потеплело на улице. Егор сегодня у меня не поехал в школу. А Катя уехала. Она у нас девочка такая, что у нее танцы сегодня. А ради танцев она все поехала в школу. Но она уехала уже половина десятого. Уже немножко теплее было. А Егора... Ну, все равно холодно. Было что, 34, да? Все равно было прохладно. Оксана у меня не поехала в школу. Оксана была дома. Потому что в такой мороз я ее не отправляю. Уроки сейчас сядет попозже делать. Пусть пока поиграет немножко. А Света с Машей сейчас вот собирается в школу. Они учатся, потому что с обеда со второй смены. Давай налью пить. Мариночка с Ванечкой у меня тоже в садик не пошли. Уже второй день из-за мороза. Что? Хватит. Сначала это съешь. Иди ешь. Мама, мне тоже так. Потом. Я сейчас сварю супик. Второе. И тесто на пончики, наверное, сделаю. Ребята опять просят пончики. Поэтому будем пончики, наверное, стряпать. Ну или блинчики, не знаю еще. Блинчики, видите, долго стоять возле плитки я не смогу. Ты мне говорила, булочки с капустой? Сейчас потушу капусту. Сегодня, а завтра, может быть, постряпаем. Потому что я не смогу все сразу и готовить, кушать, и то плитка, печка целый день так топить приходится из-за морозов. Так что вот так вот. Ну так в целом все нормально. Да, забыла вам показать рассаду. Обязательно сегодня покажу. Если опять не забуду. Ну так в целом рассада очень хорошо растет. Слава тебе, Господи. Дай Бог, чтоб выросла. Дай Бог, чтоб выросла. Я хочу этот лук сивок купить уже заранее на раз на летом, чтобы садить. А, что? Я еще не покупала лук сивок. Некоторые, смотрю, уже покупают, продают уже у нас лук сивок. Многие уже покупают. Я еще ничего не покупала. Я еще даже семена не кинула. На морковку покупать, свеклу, петрушку, укроп. Ну, укроп я обычно сажу в аптеке, беру семена, да. Все, пить хочешь? Оксаночка, на, унеси ему сейчас туда кружечку, иди садись. А вот твой стакан. На, Оксана, унеси ему туда стакан пить. И как, и там? Нет, там чай. Одеваешься? Тепло, Машенька, одевайся. Да ну эту кису, она везде лазит. Папа пришел? Ну вот, хорошо. Муж у меня сходил в магазин, купил яйца и масло для выпечки. Рожки? Это он солится, наверное, да, Владик, ты занес? Ой, суп кипит. Так, муж сходил в магазин, что купил? Масло. Растительное яйцо. Я его просила.
потому что у меня все яйцо закончилось. Потом он взял томатную пасту большую банку и две булки белого. Вот все его и были покупочки. Так, что-то весь хлеб здесь наложили. Наложили прямо и все. Довольные. Вот такие вот все у него покупки были. Так, ладно, я дальше сейчас буду шинковать капусту. Так, на печке у меня стоит вода для макарошек отварить. И тут для супа уже вода кипит. Сейчас капусту нашинкую, запущу. Пока тру морковь, хотела бы вот о чем поговорить. Мне писали: Настя, тебе с накрашенными глазами очень хорошо. Крась хотя бы иногда глаза по утрам. Ребят, я дома сижу, мне по сути дома-то зачем глаза красить? Это если я куда-то иду, да, я могу немножко подкрасить глаза, чтобы тоналку положить или что-то на лицо, чтобы более-менее живой выглядеть. А так я же дома нахожусь, мне же как-то это... Неохота дома краситься лишний раз. Я как-то не очень к косметике, видите, отношусь так. Если честно, краситься не умею. Вот так вот. У нас соседи по огороду собаки бегают. А Вася у меня тут сидит рядышком. На стульчике на синем, на Егор, на Ванькином, на Егоркином, хотела сказать уже. Я уже запустила в суп капусту. Все-таки с капустой все сказали опять сварить. Ну ладно, сегодня опять сварю с капустой, раз просят. И сейчас тру морковку на зажарку. Поставлю сейчас зажарку уже делать. Да, Василиска? Спит, сидит. Чудо мое, перышко. Тут тепло от печки идет, и она тут постоянно находится. Так что вот такие вот у нас новости. Сейчас приготовим. Потом мне надо перебрать кучу-кучу носков настиранных. У меня, знаете, после каждой стирки всегда по одному, по два носка остаются одинарные. И я их слаживаю в пакет из-под подушки, вот этот прозрачный, который из Василька приходили. Я эту упаковку взяла и туда слаживаю носки. А потом, когда полная набирается, я начинаю их перебирать. В нашей семье носков очень много используется. Поэтому надо это... иногда перебирать носки, которые одинарные, вот они там накапливаются, потом садишься и перебираешь, парные делаешь из них. Потом обязательно это покажу. Это, наверное, только у меня так в семье находится, что вот так делаю я. Так что вот так. Ладно, готовим дальше кушать. Напишите, что вы сегодня обязательно приготовили. Мы обязательно посмотрим. Почитаем комментарии. Может, что-нибудь для себя выберем. Интересненькое. И да, мне писали: Настя, почему ты всегда одно и то же готовишь? Ну, знаете, когда есть из чего готовить, то и готовишь. Обычно так. У нас нет деликатесов там каких-то, чтобы там приготовить. Поэтому мы обычные варим. И да, почему так часто варю супы? Вам не надоедают супы? Нет, мы любим супы, да, Оксана? Угу. Без супа жить не можем. Суп нужен обязательно. Так что, как-то так. Васик. Вася тут сидит на краюшке. Ладно, готовим дальше кушать. Так, дорогие друзья, сварила я уже супик. И также сварила уже макарошки. Сейчас у меня жарятся котлетки, ну а я тут занимаюсь тестом для пончиков. Дорогие друзья, мы с Егором жарим сегодня пончики. Мне сегодня помогает Егорка. В этом он у меня там жарит. Вот какие они у него красивые получаются. Только тут темно, сейчас свет включу. Вспышка вроде включена. Ну вот такие вот они получаются, если на солнце сделать. Вкусные, красивые. Сейчас попробую разломать. Вот такие вот аппетитные. У меня, конечно, руки еще в муке. Я последние заготовки сделала. Егорушка сейчас дожаривает. А я буду налаживать обедать. Так, дорогие друзья, приготовила я кушать. Ну, первое, что себе я положила суп. Дети сказали, пока суп не хотят. Поэтому им я положила макарошки с котлеткой. Ну, и пончики к чаю будут. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Сидим, пытаемся включить ноутбук. У нас ноутбук не включается.
Днем включается, но дальше он тишина. Вот все. Это все, что вы сможете увидеть. Тут также Ванька пришел. Да, Ваня? И убежал. А что ты, Егор, одеяло не сложишь красиво? Я вообще... Убрать? Ну, я его достала. Хотела диван заправить. Ну, вот эту койку заправить, чтобы Ванька, потому что здесь скачет, чтобы не это. И вот в таком у нас он положении не включается ни тудым, ни сюдым. Уже много раз пробовали и включить, и выключить. Сейчас полностью потух. Мама. Включаем. Мама. И тишина. Сейчас вообще ничего не будет, даже экран не будет показываться. В чем причина, понять ничего не можем. Егор, вчера или позавчера ты? Позавчера, да, ты его включал? Вчера, да. А, вчера ты на нем уроки делал, и все. А сегодня мы его не можем включить. В чем причина, никто не знает. Пипец. Один компьютер сломался, вот там за ноутбуком стоит. Сейчас еще ноутбук сломается, это вообще будет полный пипец. Ну, будешь там за уроками пока сидеть, за том компьютером. Один-то компьютер пока еще живой, слава тебе, Господи. Ну, с такими темпами и он скоро полетит. И тогда будет вообще полный пипец. Ой, блин. Все к черту идет. Все к одному. Ах, Ксюша на кухню полетела. Купаться опять, видимо. Ладно, пытаемся включить. Если включим, покажем обязательно. Всем хорошего дня. Я пошла прогуляться. Да, на почту дома тихий час. Ребятки спят. Я пойду прогуляюсь. Ну так, недалеко до магазина. Молока надо купить, а что? У нас сегодня у Кати собрание, но я не могу идти. У меня горло болит, поэтому я никуда не пойду. Ребята в школе. Погода потеплела. Да, Тайсон? На улице хорошо. Ладно, пойду прогуляюсь и потом вернусь. Иду, смотрю письмо. Мне письмо пришло от подписчика. Дома прочитаю. Первый раз письмо пришло от подписчика. Знаете, как приятно? Вообще. Так, дорогие друзья, пришла я уже с почты. Пакет, не обращайте внимания, что он большой, просто я еще в магазин заходила. Егора, помогай доставать. Доставай пока оттуда все, это я покажу. Я Мариночке купила первую ее на алмазку. Вот 3+. Вот с такими стразиками. Посмотрим, получится. Ну, там просто других не было, поэтому с роботом. Но это первая ее на алмазку. Мы будем вместе с ней делать, а потом вам покажем, что у нее получится. Стоила она недорого, 50 рублей. Она давно у меня уже просит, но вот тут увидели. Дальше. Купила вот такие вот фломастеры. У Оксаны выдохлись фломастеры, ей надо было в школу за 28 рублей дешевенький. Так, это посылка. Давай другое. Давай сюда. Купила кучу-кучу ручек. Сейчас там Егора досыпет. А, вот еще одна ручка. Короче говоря, 8 тоненьких ручек. У нас все ручки запас закончились. И мне нужен был клей-кристалл прозрачный. Потом расскажу, для чего. Также купила трубочки коктейльные детям пить. И вот такая вот трубочка для этого, для Ванькиного шейкера. Дальше, что у меня в посылке пришло? Та-дамс! Да, все скажут: Настя, зачем тебе 2 штуки для льда? Ребят, я хочу их использовать не для льда. Я хочу их использовать для фрикаделек. Мясо туда заделываешь, пленочкой накрываешь сверху еще одну. Можно поставить, опять мясом заделать и опять сверху пленкой накрыть. Много места в морозилке не займет. А то вот на доске, когда я делаю, считай, доску поставила, потом уже там ничего не поставишь. А вот это вот очень удобно. Я потом, если будет возможность, еще такие закажу. Да, сыночка? Дай трубочку его, ну, широкую, большую. Твой, иди в стакан, в свой стакан. Так что вот такие вот у меня
Покупочки были и посылочки. И вот попробуем с Мариночкой сделать первую ее маску. Давно она просила, но вот только с роботом было, поэтому ладно, уж пускай будет. Увидела, что вспомнила про Марину. И вот Окси в школу фломастера. Ладно, вот такие вот все покупки. Всем добрый вечер, дорогие друзья. У нас уже вечер, поэтому буду говорить тихо. Многие не знают, как подписаться на мои каналы. Сейчас я вам объясню. Вот я захожу сейчас на свой канал и вам объясню. Вот мой канал. Здесь видно, сколько подписчиков. Здесь кнопка подписаться должна быть у вас. И вот здесь внизу, вот как мы вниз опустились, «Жизнь с домашними животными», канал «Влог рукодельницы». Это Егорушкин канал, но он сейчас пока им не занимается, будет позже им заниматься, как он хочет, чтобы ему на день рождения подарила новый телефон, потому что старый ему не подходит. Но он уже выключается, просто долго не может работать. Но если получится, то значит он потом, после того, как купим ему телефон, он сможет заниматься своим каналом. Но не в этом суть. Вот эти вот два канала. Если можете, подпишитесь, пожалуйста. Будем очень вам благодарны. Также меня спрашивали: Настя, как можно написать тебе в соцсети? Вот в этом вот углу, видите, есть «Одноклассники». Так, вот есть «Одноклассники». Вот есть «Контакты», «Инстаграм». Есть «Донатиус». Это донат. И «Почта». Так что надеюсь, что я вам объяснила. Подписывайтесь на наш канал. Всем заранее спасибо. И спасибо, что если вы подпишетесь на вот эти вот два канала, или три даже, может быть, на Егорушку тоже, поддержите. И всем говорю пока-пока.